Ее тело было усыпано дробью. На трассе в сторону кургана нашли расстрелянную собаку. Неравнодушные люди доставили ее в ветклинику. Мы видим здесь. И когда мы смотрим на прямую проекцию грудной полости, мы видим, что у нас дроби прям... Вот так вот лучше. Мы видим, у нас дроби прям в грудной полости. Рентген показал невообразимую картину. Дробь россыпью поразила мягкие ткани. Собаку выстрелили не менее 30 раз. Пострадали череп и грудная клетка. Теперь псу предстоит несколько операций. Одну уже провели. Удалили в первую очередь те фрагменты, которые были близко к поверхности, гноились и мешали животному кушать. На рентгенограмме, соответственно, вся морда усыпана дробью. Шейный отдел усыпан тоже дробью, поэтому делов у нас много. Теперь Мишель, а так прозвали собаку, предстоит более сложная операция. Некоторые фрагменты остались очень глубоко и в опасных местах. Одна между долями головного мозга, другая рядом с сердцем, еще несколько рядом с позвоночником и в области печени и селезенки. Челябинский врач уже создал консилиум с ведущими коллегами из Москвы и Екатеринбурга, чтобы спасти собаку.